Почему там у меня в видео чувак хуем гантели поднимает? Можно узнать? Объясните мне логику этой ёбаной игры, почему? Знакомьтесь, это я на вайпере. ГГВП всем ББ. Понимаете, Шторм Спирит на ФП. Поехали! Випер! Вот так вот нахуй, на ФП тоже. Вижу шторма, пикаю випера. Попробуй мне что-то сделать. Нуб, Ирак. Ты вчера играл со штормом. Возможно, кстати, знакомый ник. Я еще помню, блин, ГГВП всем ББ. Я не знаю, почему поехал инвокер на ласт пик. То есть это либо дабла, либо инвокер хардовый, либо шторм описался немножко и решил, что в мид он не пойдет, и пусть идет типа в мид инвокер. Сука, я так сейчас спрячусь, что он по мне не попадет. Я стану вот сюда. Попробуй по мне попасть. Попробуй по мне попасть. Давай, давай, попади. Давай, попробуй. Давай, 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 давай. Попади по мне. Попробуй, попробуй. Давай, Санстрайк. Давай, удиви меня, давай. Ну что, где попадание будет сегодня? Не? Где Санстрайк? Давай, давай, давай. Мансую, мансую. Оп. Давай. Ну где? Все, сдулся рак. Днище, днище, днище. У нас медуза лесная, да? Лесная медуза, а почему бы и нет? А моя ты, любимая, сука, шторм, сука, гадюка. Без яиц. Гомагичи. Соло. А почему? Я его первый убил 260 на 500. Тупо нечестно. Тупо нечестно, пацаны. Почему за меня платят больше, чем за инвокера? Вообще, ну это типичная конченая игра Dota 2. Бомжам платят много, все правильно. Соси. Не, ну что за хуйня? Вот расскажите, подожди, у меня плохо дела. Объясните мне логику этой игры. Объясните мне логику этой ебаной игры, почему? 355, 166, 495, 261. Как это работает? Он тебя первый убил, а до этого я его первый убил. Что за хуета вообще? Как это играть можно, если тут по дефолту ты во мне? Просто за меня тупо платят в 1000 раз больше, чем за этого бомжа. Почему? Просто поломанная игра, я серьезно говорю. Несбалансированная хуйня. О, гангеры. Давайте за меня 1020, блядь. Ебать, Санстрайк, тупо на ход. Сколько дали за Джахира? 228. Блин, не, ну это пипец как несправедливо на самом деле. Ты убиваешь дебила первым, за тебя дают больше. Дебил убивает тебя первым, за тебя все равно дают больше. Блять, руна смерти. Кстати, я вообще другой человек. Есть еще одна музыка, думаю, она тебе знакома. Давай. Хорош. Опять 428. Как это работает? Это твоя соседка. Еще раз заорешь. Приду и объясню, поебать соседи, как работает эта игра. Соседка, блядь, ебало разобью. Стой, что за говно песня на этом на стриме? Это, блядь, дудка, в смысле, ты охуел говно песня? Извини, извини. Ту-ту-ту-ту. Да. Ну давай. Ты что, псих? Ты бы говорил, что ли, что ты на клоке идешь в мид? Тут. Да нет, ну ты должен же сказать, иду мид гангать, я бы понял. Я ж вообще не знал, что ты влетать будешь, псих, что ли. Не, ну ладно, хоть кому-то дают по 500. Просто я таких денег в жизни не видел. Давайте, 15 героев в миде можно созвать? Ту-т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 у. Чёт, я тут под дудки вспомнил песенку старую. Думаю, ты ее слышал. Что это за форстафы какие-то? Я не хочу косточку кидать пока. Кого я кинул кость? А, Джекироса, да? Нормально. Вот так вот, пацаны. Знакомьтесь, это я на вайпере. Знакомьтесь, пацаны, это я на вайпере. О, Ляша Клокер делает. Вот там этот псих с... Давай, я ему дал котях. Хорошо. Манки накинул, пацаны. Я за баленком. Нас, правда, сплитят там везде. Блин, мне чем вайпер не нравится, тем, что он, сука, такой медленный.
О, лансера убили. Он байбекнулся, сгорел, слышите? Можно пушить тогда. Мы зря тут находимся. У нас ничего нету, мы уже не пушим, мы просто теряем время. Нам Т2 в миде надо пойти сломать. Лет. Почему там у меня в видео чувак хуем гантели поднимает? Не, можно узнать? Жизнь. Он не может работать из-за того, что его аппарат в прямом смысле до колен. Мужчине пришлось получить статус неработоспособного и жить на маленькую пенсию. Читать, чтобы известный обладатель рекордного тенниса... Вот, хорош. А я так понял, ну, ты инвокера всегда убиваешь клокверком. Я его ни разу не мог убить. Вот все фраги тебе на инвокера. Лично я считаю, что главное, это чтобы твоя пушка стреляла, а остальное такая тема. И братишка, не забывай. Пиздец. Хорошо, ну змеи, наверное, не надо было тогда ставить на эту башню. Отойдите все башни, Гитлер. Идем. Я все, наверное, уходите. Усат, а с тобой реально на рекламу моего бомжу-канала добазариться? Нет, братан, нереально. Я не занимаюсь рекламой каналов. А, мы его убили, лол. Хорош. Блин, не пойму, что Урса умирает от Виномансера и Джакира. Надо пойти сломать это. Урса должна Рошана убить. А нам надо пойти Т2 сломать. Ой, хороший трек какой. Какая замечательная музыка, ребят. Йоу, я тут новенький. Хотел спросить, у тебя стримы как-то расписаны? В смысле, есть определенный график или как получится? Я все. Бля, у нас Урса вообще не отрезает, что в игре происходит. Я серьезно вам базарю. Ебать, 1-3-1 на Урсе. Как ты? Тебе не стыдно? Глистыч, я никого тут убить не могу. Я вайпер, пацаны. Если вы не тащите, то мне тоже пизда. Вот я сейчас один жив остался, меня вчетвером раскайтили. Давай-ка соберись, братиш. Давай, я в тебя верю. У меня 3 карика, я не могу в доту дальше. Как забирай, мне не надо. А, я забрал. Но я случайно не хотел. Спасибо. Может, тебе Егис или мне? Да мне не нужен Аегис, я один остаюсь, и меня убивают вчетвером. Берите, кому надо из вас, и все. Медуза, где наша? Блять, убейте что-нибудь, помогите. Ага, на тоненького, да? Иди сюда, сыр дам, медуза. Сыр, сыр держи. Только не сожри его. Только это, иди, шрайн, ебани. Игол. Смотри. Хорош. Перевозчик? Чешо. Бля, я не могу вайпером просто добежать до врагов, понимаете? Инвокер рядом, не стойте, во. Нормально. Я исчез куда-то. Сколько у меня санстрайков прилетело? 1200. Арро! Байбеки пошли. Сырок есть, напоминаю еще. Можно драться, типа, там, с ним. Только не есть сыр до ЕМП. Понял. Ух. Барак бы добить как-то. Катапульты, блядь. Куда вы агритесь? Барак ударьте. Ёбаные каты. Еще раз. Давай, 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 мужика. Ой, хорошо. Мужчина, мужчина. Пацаны, инвокер без байбека. Надо душить. Удачи, блядь. Лёгкий. Четко, четко. Ебать, Пейлу пизда сейчас будет в этой луже. Ой, какая же сейчас будет пизда кому-то тут. Ну а хули? Лесной шторм. Спасибо за игру, пацаны. Он засал идти против вайпера на мид. Вот я бы пошел. Блин, ну я вначале подгорел немного. Когда за меня дают 400, а за инвокера 160. Ебать, это было грустно на самом деле. Выхилял 4300, 27500 нанес. Инвокер меня передамажил, кстати. Но опять же, он за счет санстрайков этих катаклизмов, блин, много наносил. 40 тысяч впитал. По постройкам 5-5-5-5-5-5-8. Ну нормально, нормальная игра, в принципе. Клокверк хорош, кстати.
Вот, да вообще тут всем можно Лукасы поставить, но Клок и Раста вообще прям красавцы в этой игре. Тупо делали вообще все красиво и грамотно, и своевременно. Ко мне даже... И плюс еще Медуза ко мне на мид-сейв ТП делала, я заметил в один момент. Вот.